Ребята, всем привет! Сегодня мы играем в игру, которая называется Тори Дори. Это игра, которую я рассказывала про нее на одном из недавних стримов. Мне ее прислали в качестве какой-то секретной игры. Сказали, вот тебе ключ, поиграй. О, смотрите, тут котик. Что за игра? Я не в курсе. Давайте смотреть. Добро пожаловать! Вы очутились... Тут, кстати, русский язык. Вы очутились в застывшем моменте времени. Чтобы узнать продолжение истории, вам потребуется найти 5 отличий. Давайте пройдем небольшое обучение, чтобы вам было комфортно играть. Давайте. Я вижу вон коты разных цветов. Используйте левую кнопку мыши или клавиши WASD, чтобы вращать камеру вокруг диорамы или менять угол наклона. Ага, одновременно вращаются. Великолепно. Ой, хорошо. Ага. Используйте правую кнопку мыши или клавиши WASD, зажатые клавиши SHIFT, чтобы менять угол обзора. Чтобы отцентрировать положение камеры, используйте нажатие на колесико или клавишу F. Чтобы приблизить или отдалить камеру, используйте прокрутку или QE. Ага, хорошо. Хорошо, ну вроде все понятно. Вроде все понятно. А как мне, типа, несоответствие находить? Если вы затрудняетесь найти различия, каждые 30 секунд вы можете использовать подсказку в правом верхнем углу. А если она вам не требуется, то ее можно отключить в настройках. Теперь попробуйте найти отличия. Они могут отличаться по 5 категориям. Месторасположение, цвет, размер, отсутствие предмета, замененные предметы. На данной диораме представлены все варианты отличий. Получено достижение Good Education. То есть я только пришла, уже мне... Уже меня похвалили. Вот, код разного цвета. А, один раз можно только кликнуть. Великолепно, хорошо. Так, вот штука лежит по-другому. Однозначно. Давайте смотреть, что тут еще. Котов очень много. Но как бы котов мало и не нужно. Так, девочка стоит, руки растопырила по-разному. Зачем как бы мало котов, когда можно иметь много котов, правда? Так, акулка вот какая-то или что-то непонятное. Так, может быть, надо было, конечно, чекать, какие я нашла. Там цвет отличался, отсутствие предмета точно. Так, у котов чаепитие. Блин, искать отличия. Это как observation, только не надо ничего запоминать. Цвет там был, форма, что еще? Может, тут что-то такое прям совсем базовое, что я не вижу. Так, а девочку мы отметили, да, уже? А, она вот, она отошла. Ага. Так, кружки. Кружки, Катюшки. Форма, размер, там цвет, что-то такое было. Так, надо смотреть. Сейчас что-то найдем. Вот как. Может, там форма какого-нибудь стула или коврика, или что-то типа того отличается. А я просто не вижу. Напоминаю, что это обучение, да, я все еще не могу найти одно отличие. Давайте нажмем. Помощь нужна. The first time is always difficult. Спасибо большое. Где-то вот здесь. А если я, типа, ну, скажу, этого недостаточно, помогите больше. Что оно мне сделает? Так, вот в этом вот фрагменте, да? Я скажу, я бестолковый. Пожалуйста. Может, перышки вот эти? Подожди, перышки. Перышки нет. Так, котик.
котик. Тут котик спит. Так, как, подожди, как у меня камеру, ага. Блин, вы, наверное, уже все заметили, такие сидите, деловые. Говорите, как это можно... Мне бы как-то вот, как она сдвигается, мне именно, чтобы вот ее пододвинуть как-то. Может, тут, конечно, какая-то такая штука, которая, на которую я вообще прям внимания не обращаю максимально, но я не вижу, блин, я может... Я же обсервейшенист со стажем. Я должна замечать всякие мелкие детали. Но я не замечаю. А, это все? Это вся подсказка? Так, ну здесь сейчас будет, значит, склейка. 2 hours later. И я потом такая, а, вот же, ну чё. А вы чё, не заметили? А, я сразу заметила, я вас просто проверяла. Кликать на все подряд? Получим достижение no difference. Понятно, меня игра затроллировала, уже говорить нечего кликать на все подряд, если ты бестолковая. Ну а как, блин? Ну хорошо, хорошо, давай, я смотрю очень внимательно. Вот кот сидит, вот женщина или мужчина. Не думаю, что буду докапываться до различий в поле. Вот коты, вот у них эта штучка, тут все совпадает. Корзина, тут спит кот. Женщина смотрит, как кот спит. Имеет право. Вот этого кота мы затыкали уже. Здесь мышь. Кот. Мышь-кот. Мне говорили, что каждые 30 секунд можно новую подсказку использовать. Почему нет подсказок, ну, прям совсем для бестолковушек? Но бестолковушки, что, они играют в эту игру, что ли? Я уверена, что играют. И что ж нам теперь делать? Все, мы не прошли. Сдавать игру обратно? Блин, прикиньте, сейчас будет человек, который мне подарил этот код, скажет, ну, да, конечно. Лучше бы подарил кому-то другому, не может обучение пройти. Да, будет обидно, конечно. Я буду тыкать на все. Пусть мне игра даст еще достижение. Достижение. Что? Получен достижение Уна. Лапа какая-то была развернута неправильно. Я даже не заметила, я просто тыкнула. Я просто тыкнула, игра. Так, это новая диорама? Подожди, это же та же самая диорама. Или... Тут что-то, ну, тут все поменялось. Хорошо, ладно, давай, кот. Ага, хорошо. Лапа была повернута не в ту сторону. Вроде как. Так, перо. Мне кажется, это вообще игра для стрима. Подушка. Такого, знаете, супер неспешного стрима. Так, лапушки все правильных цветов. А, хвост. Так, еще одна осталась. Ну, сейчас-то мы и тут и застрянем, так сказать. Так, я за лапами, за вот этими слежу теперь пристально. Так, здесь все норм, как мне кажется. Так. Ага. Ага. Так, коты лежат. Кота можно.
как кот лежит на мыше. Ага. Так, вот нашла. Хорош, получено достижение изи-пизи. Steel Wheel и мяу. Сразу несколько достижений. Подожди, это за что? Можно я сразу посмотрю? Так, пройти одну локацию без подсказок, найти 10 отличий и просто мяу. Достижение мяу это просто типа, ну, у тебя получилось. Спасибо, игра, спасибо. Мне очень нравится, что здесь так много достижений. Сразу причем. Как бы тебе говорят, что ты молодец, ты не бестолковый. О, ничего себе, тут открываются. О, прикольно, прикольно. Прикольно, но очень много мелких деталюх. Очень много. 5 отличий, да? Хорошо, погнали. Такое отличие, допустим, раз. Блин, если тут игрушки надо чекать на елке, это прям будет печально. Разная, да. Разный размер. Так, вот это что? Сейчас вас всех выведу на чистую воду. Так, пряня есть, да? Пряня есть, хорошо. Так, подушечка другого цвета. И что-то еще. Кот лежит, а тут два кота даже. Я так понимаю, что здесь везде очень много котов. Коты это обязательно. Так, стульчик. Вот и вся диарамка, пожалуйста. Типа после этого можно ее всю разглядеть. Угу. Так, это уже утро. После Рождества. Давайте смотреть, что тут кому надарили. Коты, естественно, в коробках. Потому что, ну, понятно. Так, кружка. Один кот играет на фортепиано. Он почему-то не интересуется коробками. Это кот-импостер, не верьте ему. Так, девочка сжигает волшебную палочку. Хотя, может быть, это такой этот поджигатель камина просто. Да, блин, подарков много. Подарков много, могут быть тут разные приколы. Ничего пока не вижу. Пока тяжело. То, что сразу бросается в глаза, это вот с цветом, конечно. Но с цветом, видите, я уже одну нашла. Та-да. Я тут все игрушки на елке подозреваю, но мне кажется, с игрушками на елке все хорошо. Это было бы слишком палево.
Так, плюс 3 снежинки. 2 притопа, 3 прихлопа. Сложно. Прям непросто. Количество свечек может быть. Дверь, подушки. Кучка. Угу. Так, что же еще тут у нас такое? Новогоднее. Не совпадает. Ну, тут понятно, да, что нужно прям супер разных ракурсов это все смотреть, потому что вот эту штуку, например, хотя ее, на самом деле, отовсюду видно, это я просто тупила. Хотела сказать, что так и не заметишь сразу, но, пожалуй, что заметишь. А что у нас с размерами не было, да? Прикола. Тут одинаковые, интересно, все вот эти отличия. Ну, наверное, да, они же типа разные, 5 разных отличий, все из разных категорий. С размером должно быть супер очевидно, разве нет? Типа, ну, что-то большое, а что-то маленькое. Я должна такая... А, ну вот, понятно, очевидно же. Но не для меня. Какой-то подарок больше, какой-то меньше. Может, здесь, конечно, такое отличие, как лапка. Лапку я до сих пор этой игре не простила. Более того, я до сих пор не понимаю, что там с лапкой было не так. Ладно, хорошо, давайте подсказку. Вот здесь. Вот прям посередине женщины граница, да, проходит? Неужели все-таки игрушки меня подвели? Ну нет. Я еще не совсем разобралась с управлением, потому что так вот оно не двигается. Это типа просто колёвка. Так, ну я смотрю во все глаза. Я вообще, я супер внимательна. Вот как мне типа в бок здесь сдвинуть? Вот оно не сдвигается в бок. Просто опускается вверх-вниз. Здесь есть какой-нибудь настроечки? Отображаться различием? Звукочастицы. Да нет, мне хотелось бы, ну, просто как играть в эту игру. Ну, ладно. Играть в эту игру, расскажите.
Я все прослушал. Тут не тыкается ничего. Не тыкается ничего. Не понимать. Ну, видимо, если ты не видишь, то тебе даже подсказка не помогает. Как бы, ну, а как? Если ты безнадежный, как тебе подсказка поможет? Нет, что-то. Нет, там ничего на стене. Ну я поняла, что на елке где-то, где на елке-то, где, где. Давай все потыкаю, все истыкаю. Дайте мне за это достижение безобразник. Дайте, хочу, хочу получить достижение. Истыкал все. Мисс Кликмастер, спасибо большое. Спасибо. Я хотела. Я именно этого и добивалась. Шарик, блин, упал. Да я ж смотрела на него. Не было там этого шарика. Не было шарика. Хо-хо-хо, Мэри Крисмас тоже. Какая нервная игра. О, динозавры. Трицератопсы, смотри, на них велоцирапторы напали. Блин, здесь травы какой-то дофига просто. Дерево, вот что-то. Да. Вот это вот летит. Блин, цвет. Так, тут фиг что заметишь. То есть то, что было до этого, это было еще норм, да? А тут прям жесть началась. Была такая игра, кстати, Hidden Something. Там, где нужно было искать не отличия, а там просто тебе давались человечки, и нужно было их искать в супер-мега-яйцо. В супер-мега каком-то загруженном деталями там городе, локации, там все двигалось, и ты должен был находить тех или иных чувачков, там объекты какие-то менялись, что-то такое. Кстати, я такая типа, о, как сложно, и взяла и предыдущую карту, ну, вообще на изи прошла. Но та игра, вот эта Hidden Something, она прям супер-мега душная была там. Надо быть большим фанатом таких игр, чтобы в нее долго играть. Но она классно была озвучена, там прям звуки были прикольные. Там, по-моему, даже товарищ-разраб, который все это делал, он там чуть ли не один это все делал, по-моему, сам озвучивал. Он озвучивал буквально все. То есть там были звуки, ну, типа вот у банана, да? Хотя казалось бы, какой звук издает банан? А там был звук банана. То есть там была озвучка всего, любой деталюхи, которая была на карте. Это просто была дополнительная развлекушка тебе тыкать на объекты и вот узнавать, как они звучат. Так, одна осталась у нас, одна штучка. Жукан, может, тут этот? Нет? Мисс Кликмастер. Видишь, какие это? Меня еще, значит, шеймит, да, игра? Говорит, нечего тыкать просто так. Ты что, мисс Кликмастер? А может, я мисс Кликмастер? Че докопались? Может, я просто играть не умею? Сейчас бы шеймить человека за то, что он неправильно играет в игру. Да, Дикей? Так, вот ящеры всякие. Тут велоцирапторов нет, тут, видите, стегозавры. Дружат с трицератопсами, это их соседи. Пришли к ним водички попить.
А у трицератопсов вон народились уже маленькие трицерапсята. Успели, когда, непонятно. Так, эти вот, может, все летят куда-то не туда? Как вы думаете? Здесь больше всяких деталей, потому что здесь кусты. А в кустах вообще может прятаться все что угодно. Для этого большая часть кустов и предназначена. Так, здесь вот композиция из 4 летунов. Тут вот еще дальше еще один летун. Но они все летят нормально, прям четко летят. А, здесь еще 2 летуна даже. Так, ладно, давайте подсказку. Вот здесь. Так, сюда летуны попадают? Нет, не попадают. Сюда попадает стегозавр и прудик. Вижу. Получу достижение Jurassic. Это я. Я Jurassic. Так, опачки. Кафешка с мейдами. Хорошо, давай. Мне не надо будет сравнивать вот это все. Надеюсь, что нет. Фига, у них тут этот торт? Вы это все сожрете? Блин, а что такое? Это макароны? Так макарон захотелось. Крысы в кафе! Ну здрасте, антисанитария какая! Что ж за безобразие такое? Так нельзя. Санэпидемстанция к вам придет в следующем месяце. Ожидайте. Ну вот что-то как-то сразу бросается в глаза. Что-то вот прям совсем какие-то проблемки. Это я уже отметила. А это там что за гигантская мейда идет? Что за атака титанов, блин? Где же тут у вас несоответствие-то? А, стульчик. Стульчик. Я так понимаю, что здесь на одной локации типа несколько сцен, да, предлагается? Вот, типа все то же самое. Но не то же самое. А, это они тут торт уже, смотри. Торт сожрали, вот этот, который был. Это типа после рабочего дня. Все, что осталось, теперь надо собрать. Так, это
Чё? А, это от кружки осталось, ага. Тут женщина заснула за работой, и её будет, да, говорят, хватит. Крыса, кстати, ваша сбежала. Испугалась она педомстанции. Я на цвет вот этих трех табуреток всю прошлую катку пялилась, думала, ну точно, ну то... А вон крыса, смотри! Угу. Ну хорошо, хорошо, нормально идем. Уже гораздо веселее, чем там было с котами. Русалки? Аниме русалки? Under the sea, under the sea. Ну тут тоже сложно, как в Джурасике. Просто. Хотя, если ты уже профессионал и глаз намётан, чё тебе тут может быть? Просто. Это сирена, они, смотри, этих моряков завлекают песнями всякими. Говорят, давайте, идите к нам, у нас хорошо. Потом просто топят и забирают их личные вещи. Вот какого-то этого бедолаги, например. Эх, сирены, сирены. А мораль какова? Не всегда песни приводят к чему-то хорошему. А, бутылка тут. Черепаха. Ружо. Так, ружо. Женщины, русалки, вестники, разлуки. Хорошо хоть одеты. То чаще эти сирены, знаем мы их. Вижу пятого. Раб там пополз. Себастьян, видимо. Черепаха. Steel Waters достижение. Получил достижение Not Bad. Это я 50 нашла, прикиньте. Так, это комната. Это монстр из-под кровати. У тебя плакат с Брюсом Ли. Ты чё вообще? Как можно бояться монстров под кроватью, когда у тебя дома Брюс Ли? Охраняет твой покой буквально. Ну, вообще криповенько, да, когда тут все игрушки против тебя. Так, это на... А, это нормально. Вон еще какие-то 5 пацанов. Тоже защищают. А вот эти типа комнаты мне больше, конечно, нравятся, чем всякие эти выезды на природу. Мне кажется, там посложнее. Хотя почему-то вот, как назло, в комнатах я ищу все медленнее.
прям странно. Я ничего не вижу. Не, ну то, что я как бы, конечно, подслеповато, это мы уже поняли. Ну чтоб настолько. А, диск. Это сложно было. Это было сложно, и это было только с определенного ракурса. Это прям точно. Мега-пепега? Что за бренд такой, консолик мега-пепега? Так, мама пришла утром и говорит, нет никаких монстров, давай в школу иди, нечего тут выдумывать. Так, хорошо. Мега-пепега осталась на месте. Ясно. Ну, погнали. Угу. А, кассета, ага, все хорошо. Просто платье. Это платье было монстром. Этого дерева не было ночью. Откуда оно взялось? Так, повернут космонавтик. Один момент. Так, сорички, курьер, как всегда, приехал. Самый неподходящий... А, вон! Блин, не заметила вот эту. Так, и еще одну. Еще одну мы ищем. На маман что-нибудь. А! Нашли. Childhood Fears. Получено достижение. Ну да, там вон сзади монстры всякие, монстряки лезут, будь здоров. Что тут следующее? Интересно. О, салун! Вот тут, кстати, наверное, будет тяжело, потому что фигурки все достаточно маленькие. Ну! Короче, ребят, я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Напишите обязательно в комментариях, как вам игра. Собственно, она у меня есть, как мне ее подарили. Если хорошо будете смотреть, то можно записать и вторую серию. Такая игра, что-то типа Little to the Left, расслабушечная, просто смотришь, ищешь отличия. Никаких хорных элементов, просто приятная музыка и интересные, ну, достаточно прикольные. Наполненные, главное, диарамки. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на донейт-шлёрцы в описании под роликом, а также в шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.